привет выжившим. Хочу показать место, где ловятся быстро электрические угри, минимум третьего уровня. Место на карте в Red Sands, выше от Блэквилла, на северо-восток. Для ловли нам понадобится приманка. Берем приманку в руки, достаем удочку и ловить буду на мясную наживку. Ну, еще разок закинем, посмотрим, что нам попалось.
3-3-3-3-3-3 без скиллов. Иногда попадается барракуда, но в основном это электрические угри. То, что нужно для электроэнергии. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем пока.